Друзья, вот по горячим следам был сеанс, работали с девушкой касательно чувства ненужности, никчемности какой-то, особенно это проявлялось ярко у нее с мужем, да, то есть муж очень холоден, невнимателен, не проявляет какой-то заботы по отношению к ней, у нее вот это возникало какое-то сильное дискомфортное ощущение в теле, в частности в груди. Пошли мы по этому чувству и нашли, как это часто бывает, вышли на утробу, когда мама ее была беременная, 2 месяца беременности, и боясь реакции отца ее родного, да, что она забеременела вне брака, просто ну, по залету. И вот, находясь в этом тревожном, страшном состоянии, эта девушка думала об аборте, да, то есть избавиться хотела от этого ребенка. В этот момент, 2 месяца, уже утроба, в утробе ребенок имеет сознание, у него есть душа. И девушка думала, что просто там сгусток, которым можно сделать аборт, избавиться, и ничего страшного там не будет. Нет, на самом деле, уже душа живет, сознание есть. И в этот момент, вот там этот ребенок, 2-месячный в утробе, он испытывает первый страх отвержения, да, смерти. И вот с этим, все-таки она ее оставляет, и рождается ребенок, и растет уже с этим внутренним ощущением ненужности, никчемности, с этим потребностью угождать всем, да, необходимостью угождать всем, быть такой незаметной, не проявляться, вот как-то вот лавировать среди людей в отношениях. Я к чему? То есть, если вы или ваши близкие беременны, то имейте в виду, что в этот момент, когда у вас вдруг об аборте мысли заходят, отгоняйте их в сторону. Есть какие-то крайние ситуации, конечно, но в сознании уже есть, там месяц, два, уже три, сколько у меня было случаев, уже там и есть сознание, и если ребенок рождается, получив вот эту травму отвержения, когда женщина не хочет ребенка, как бы думает от него избавиться, то происходит рождение, и человек живет уже с каким-то глубоким комплексом, с этим страхом быть не нужно. То есть из-за этого девушка, например, девушке, она вынуждена была угождать себе, быть такой удобной, хорошей, винить себя постоянно, как будто она там в чем виновата, да, то есть это было состояние какой-то жертвы, да. Поэтому, если вы чувствуете что-то подобное у себя, можете прийти, мы с этим поработаем, избавитесь от этого, от этой боли, которую носите долгое время. Все убирается, все лечится при вашей готовности и желании.